Всем привет! Сегодня отмечается государственный праздник День России. В каждом субъекте Российской Федерации есть свои заветные места, которыми люди гордятся и восхищаются. А будет ли нас восхищать погода на этих выходных, узнаем прямо сейчас. В субботу, 13 июня, переменная облачность. Днем плюс 28 градусов, ночью плюс 15. В воскресенье над Воронежем пройдет дождь. Дневная температура плюс 22, ночное время все те же 15 градусов. Зарубежные курорты недоступны для нас, но вы наверняка открываете для себя внутренний туризм. Поэтому делитесь в комментариях уникальными местами в Воронежской области.